Это такой домашний поросеночек, да? Здрасте. Да. Издалека он на бронтозавра похож такой. А он чемпион, как это, трюфель ищет? Нет. Они же должны, говорят, что специально поросят и ищут трюфеля. Наверное, для этого растет. А он для чего выращен? Чтобы его любить. Просто для красоты? Да. А грибы ест? А что, только траву ест? Нет, кушает 3 раза в день. А, то есть вы ему еще и корм какой-то специальный, да, покупаете? Нет, обычный каша, фрукты, овощи. А как зовут такую красоту? Бекоша. Бекоша? Угу. Бекоша. Значит, хрюкает как настоящий. Обычно хрюкает как маленький. А сколько ему лет? Ей 6 лет. 6. Это много или мало для поросят? Ну, они живут в районе 15-16. А, то еще уже, нет, уже крепкая, нормальная девушка. А потом, а как поросят у них рождаются? Клуб какой-нибудь, да? Нет, ну мы стерилизованные, а так, конечно, рождаются, если свести. А какие-то клубы есть такие специальные по ним? Это не клуб, это питомники, где можно купить. Ага. А сколько такой красивый стоит? 1050, наверное. Сколько стоит? 6 лет прошло. Спасибо, до свидания. Пожалуйста. Бекоша.